Вопрос возобновления финансирования правительства США вновь не удалось решить в ходе встречи демократов с Дональдом Трампом. Разногласия по-прежнему касаются строительства стены на границе с Мексикой. Свою встречу с руководством Конгресса глава Белого дома назвал пустой тратой времени. Перед прессой вместо американского лидера выступил вице-президент Майк Пенс. Я знаю, что миллионы американцев, как и мы, разочарованы тем, что демократы не желают вести добросовестные переговоры. Они закрывают глаза на серьезный гуманитарный кризис, который возник на нашей южной границе. Но президент Трамп вместе с его администрацией и лидерами республиканцев будет двигаться вперед и добьется таких реформ, которые обеспечат безопасность американского народа. При этом законопроект о частичном возобновлении финансирования правительства США прошел Палату представителей, средства получат Минфин, налоговое управление, ряд других учреждений. Теперь документ должен быть одобрен Сенатом, где большинство составляют республиканцы.